Но вот это вот пегматит, конечно, почти не похож. Но вот видите, вот эти вот их теогриптики небольшие. Вот они в сечении. Слабенькие, правда, червячки дают. Но все равно, значит, где-то здесь под полем проходит жилка. Вот и кварчик здесь есть. Вот видите. Может быть, где-то кристаллы, скорее всего, убитые могут быть. Да, поищем. Вот. Вот, кстати, рядом лежала тут с пегматитом кварчик. Кварц, кварц, куб. Вот это да. Вот видите, даже закашлял, уже минерализация начинается. Вот. Вот здесь вот в животке уже кристаллы кварца появляются. Уже достал камеру по такому случаю, что вот это вот пегматит. Видите, тут даже слюдка проглядывает. Да, сто пудов здесь жило. Не будь это чье-то поле, так можно было копать канавку и искать эту жилку. А дальше дело техники уже. Когда жилу найдешь, то вперед. Вперед из песни. Кварчик, кварчик, да не тот. Интересный какой-то вот он здесь. Интересный. Вот такая вот штука тоже хорошая. Рассыпуха. Обычно пегматитовая жила. Она, если на поверхности, ну, разрушается, короче. Ну, это же водянистый кварец. И это хорошо. О, видите? Пегматит рассыпался. Значит, здесь что-то может быть, возможно, и было. Так, ладно. Вот какой-то шмоет интересный попался. Здесь оранжевое, желтое, здесь красное. Ну уж больно тяжело с собой носить. От машины далеко ушел. Так, пойдем ближе к пегматиту. Может, что-нибудь интересное где-нибудь тут. Какой-то кристаллик появится. Ну, красота какая. Да, слюдка. Вон какими она. Розочками. Здесь, похоже, шерл. Но очень тяжелый камешек.
Интересное место. Дендриты марганца, что ли? Вау! Какой симпатичный халцедон. Обалдеть! Интересно, что внутри разрезать вот. Тут халцедоновое место. Вот такие вот мне нравятся с красненьким. Интересно. Прозрачная. Надо мыть. Как вымоешь, они заиграют. Так, а это... Ух ты! Надо же. Вот вам и... Что это, горный хрусталь, что ли? Или слабый такой? Дымчак. Ну вот это уже находка, можно сказать. Конечно, растащили все бараной, плугом. Что не возьмешь, все симпатюли. Тоже. А дождь идет. Шлеп, шлеп. Вот уже чувствуется в сумке, что не зря приехали. Вот пегматит, настоящий пегматит, и слюда, и все здесь есть, видно даже. О, какие червяки, здесь точно жила проходит, точно, вот смотрите, изумительный пегматит. Вау, со слюдой. Вот даже тут часть кварчика. Ну нет, не судьба, видно. Все зарыто, да, все выбрано. Ничего тут не найти. Вау, какая красота. Жуковский пегматит. Вот осколок кристалла.
вон осколки кристалла на пегматите. Ну да ладно. Есть, конечно, места интересные. Вот кварчики нарастают. Тут и слюдка. Вот тоже кристалл кварца, чуть сломанный. Ну вот, уже видно, что с краю просвечивает. Да, большой был кристалл, видимо. Могучий кварц. Ладно, поищем еще. Вот, в принципе, здесь тоже высыпка пегматита. Вот мелкая графика переходит в крупную. То есть здесь пегматитовая жила проходит. Вот это что? Вот это уже что-то интересное. Думаю, отмоем. Какие звери.